Всем привет, с вами Юля. Сегодня я хочу поделиться с вами подарками и покупками, которые у меня произошли. Очень долгожданные подарки, потому что сейчас нет связи с Россией. И была такая возможность передать, так сказать, пакет. Поэтому пользуюсь этим случаем. Две мои рукодельные феи мне сделали очень-очень замечательные подарки. Хочу начать с первой посылки. Это от Марины Филипповой. Она наша участница ЭВСП и помогает в группе ВКонтакте вести совместный проект. Ну и также мой близкий друг. Она мне прислала несколько наборов. Хочу показать вам эти наборчики. Во-первых, от Риолис. Вот такая икона. Вот такая икона. Размер работы готовой будет 29 на 35 сантиметров. Размер в крестиках 159 на 190. Давайте посмотрим с обратной стороны, что у нас здесь есть. Здесь Аида 14 каунта. Ниточки здесь мулине и шерсть сочетание. Я еще не вышивала такие наборы. Также есть металлик золотой и есть бисер. Люблю, когда в вышивке есть присутствует также бисер для украшения. Но вот такой дизайн я еще не вышивала, чтобы шерсть и мулине. Будет очень-очень интересно. Вот такая должна получиться красивая икона. Икона номер один. По-моему, это казанская, если я не ошибаюсь. Потом, а это вот набор тоже Риолис. Это Владимирская икона. Размер работы будет 13 на 16 сантиметров. Кстати, небольшая. Можно будет ее достаточно быстро вышить. Так, посмотрим здесь содержание набора. Здесь немножко другая комплектация. Здесь у нас равномерная основа. Давайте посмотрим, что за равномерная основа. 25-й каунт Лугана, да, Лугана, 25-й каунт. Поэтому должна вышиваться легко, потому что крупная основа. И вот с обратной стороны у нас здесь мулине, металлик и также есть немножко бисера. Ниточек немного, как бы основные цвета вот есть, где видно, что будет много ими вышиваться. И есть вот прям совсем по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кстати, это можно будет начать, как говорится, и быстренько вышить. Небольшой размер, крупный аккаунт. Очень даже интересно. Ну вот, посмотрела я на отшиве. У производителя, конечно, отшив здесь не очень видно. Рукодельница спешила, и чтобы быстро сдать работу. Вот так. Ну, сама икона, конечно, красивая. Так, Риолис. Опять же, Риолис. Вот такой красивый цветок. 20 на 50 сантиметров, он очень большой, представляете. А здесь Аида, ого, по-моему, 10-й каунт, что ли. Сейчас, подожди, давайте посмотрим описание. Давайте найдем описание. Да, Аида 10-го каунта, нитки шерсть, 13 цветов на планшетках. Да, очень-очень крупная основа, шерстяные ниточки. Люблю шерсть от Риолис, очень качественная, очень удобно вышивать, красиво получается. Вот такой красивый, большой красивый цветок, супер. И еще один набор, это сделай своими руками вечер при свечах. Вот такой дизайн. Кстати, у меня есть из этой серии сова. Вот, поэтому я думаю, что когда-нибудь я смогу вышить и что-то интересное сделать из этой пары. Ниточки здесь мулине, Аида 14 каунта, черный цвет. Схема внутри, наверное, цветосимвольная, если я не ошибаюсь. Так, мулине 19 цветов, цветная символьная схема, инструкция по вышивке, органайзер, игла. Да, и до 14 каунта. Вот такие вот чудесные наборчики. Большое спасибо. Всегда пригодятся. Тем более иконы, наборы здесь купить мне тяжело. Вот. А теперь
есть, и смогу в любой момент начать и вышить. Очень-очень благодарна. Так, и перейдем к еще одной посылке. Так, а это подарок от моей секретной рукодельной феи. Она периодически делает мне подарки. Мне очень-очень приятно, очень благодарна за внимание, за, ну, это действительно внимание, проявление любви. Большое спасибо, очень приятно. И, значит, здесь такой тоже солидный пакет. Значит, от Риолис «Сотвори сама» техника плетения бисером. Я так понимаю, да, вот он бисер. Единственное, что здесь, скорее всего, нужно будет отдельно покупать заготовку, если я правильно понимаю. Вот, ну, тут тоже представлены у Риолиса. У Риолиса, кстати, очень интересны вот эти их дизайны и по украшению яиц, техники плетения бисера, и различные у них есть варианты. Так, для разнообразия, чтобы разбавить крестик монотонный, вот что-то такое интересное, это, конечно, это супер. Вот, что мне здесь прислала моя рукодельная фея. Это наборы фирмы Panna. У меня два набора куплены из этой серии. Это изумруд, а здесь у нас рубин. Я не помню, аметист у меня есть и еще какой-то камень. В общем, там 4 вот таких дизайна у Панны. Давайте посмотрим по размерам. Размер работы 21,5 на 56 сантиметров. По крестикам 120 на 310, 38 цветов. Дизайнер Марина Хромова. А это, видно, уже новый набор. Видите, здесь 90 сантиметров ниточки. Смотрим. 21,5 на 56. Но они все стандартные, по-моему, 4 панельки эти идут. 120 на 310 крестиков. Да, дизайнер Хромова. Так, это у нас дизайны по картинам мухи, да? Долго вспоминала. Вот, эти дизайны не совсем простые, потому что здесь много бэкстича. Кто вышивал, девочки знают. Но очень много бэкстича. Но бэкстича я не боюсь. Главное, как бы начать и потихоньку буду вышивать. Вот сейчас я Панну серию стихии потихоньку завершу и начну новую серию. Мне эти девчонки очень нравятся. Они на картинках не очень. А вот в отшиве, если вы посмотрите, вы, конечно, действительно оцените эти разработки у Панны. Очень красиво, очень. Кстати, у мухи сейчас многие разрабатывают. И Риолис, и независимые дизайнеры, потому что очень эффектные картины у мухи. И здесь такая богатая комплектация, чувствуется много ниток, прям такой, знаете, плотный пакет. Так, здесь у нас Аида 14 аккаунта, Мулине немножко видны. Вот, конечно, очень-очень интересно. У этой девушки мне не нравится ее подбородок. Ну, может быть, так сфотографировали работу. Ну, вот как получается. А другие девушки намного симпатичны. Но в целом мне, конечно, все нравится. Тем более, это как 4 панельки, поэтому их нужно вышивать все. Вот здесь, посмотрите, какая зеленоглазая красавица. И вот сзади нее вот такой интересный фон. У каждой красавицы есть какой-то вот такой фон, да, я не знаю, как, что это, что олицетворяет камень, наверное, изумруд, какая-то оправа. Ну, в общем, такие красивые, интересные панельки. Здесь мало что видно с обратной стороны. Ну, вот. Вот так, все, у меня теперь эта серия есть. Я рада, как-нибудь соберусь и потихоньку начну вышивать, потому что я такая вышивальщица медленная, у меня все потихоньку происходит, но главное происходит, потому что, ну, как у всех, дела житейские, столько забот, работа, только успевай рукодельничать. Так, это вот органайзер такой вот интересный, с птичками зимними, рябинка, все правильно. А тут еще и бобиночка есть, может, магнитик. Я еще не открывала. Вот какие-то наклеечки. А, все, я поняла. Это наклеечки. Клеить эти значки или номерочки сюда. Прикольно. У меня, кстати, такого органайзера еще не было. Вот сейчас зима придет. Что-нибудь начну и вот оформлю
вот с этими птичками какой-нибудь процесс. Так, пяльца от Ноги маленькие. Кстати, мне нужны были маленькие пяльца. Вот, буду свои небольшие работы вышивать. А работы у меня теперь небольшие будут, потому что у меня есть машинка. И я теперь тоже шью. Я научилась потихоньку шить, научилась, учусь еще. Но, тем не менее, процесс пошел, так сказать. Мне нравится это занятие. У меня куча идей. Теперь мое внимание сместилось в сторону не только как бы таких больших работ. Ну, прям большие я не вышиваю, вы знаете, средние. То, что по зубам мне. Вот, но маленькие теперь тоже, скорее всего, будут вышиваться, потому что мне теперь есть куда их оформлять. И вот к этой теме мне прислали 4 вот таких набора. Это не полный комплект, это остатки. Ну, здесь есть, чтобы подобрать нитки и бисер. Знаменитая серия от Mill Hill. Вот эти их кофе, капучино, эспрессо, латте, кафе, мока. Я очень люблю капучино. Мне, кстати, нравится эта чашечка. Очень она такая аппетитная. Вот, я что думаю из этой серии сделать? Я буду вышивать на ткани и, скорее всего, оформлю что-то на кухню. Еще не знаю. Либо фартук на печку. Вот, знаете, на духовку такой вешается. Может быть, что-то по-другому еще как-то оформлю, не знаю. Я пока еще думаю, но мне эти чашки всегда очень-очень нравились. А Mill Hill, он безумно дорогой, как вы знаете. Да, ну не безумно, но дорогой для маленьких наборов. Когда все хочется, всего так и не накопишь. Вот пуговки я, может быть, отдельно закажу. Они продаются на 1-2-3 стич. Вот, если мне они прям нужны, я их закажу. Но если на кухне буду оформлять, может быть, они мне особо и там и не нужны, эти пуговки. Посмотрим по обстоятельствам, что здесь 2 красные, и 1 зеленая, 1 темно-синяя. Ну, можно купить вот комплект пуговок. Mill Hill продаются. Вот, такая красота. Большое-большое спасибо, как говорится. Это еще не все, идем дальше. Видно, посылка долго собиралась, поэтому здесь у меня... Мне прислали много всего, чтобы тоже Юля могла долго-долго этим всем пользоваться. Ткани. Ткани, как вы понимаете, это наше все. Это всегда нужно. Так, нужно подвигаться. Нужно подвигаться. Вот так. Вот, ткани всегда нужны, потому что... Никто не знает, когда рукодельницу может посетить вдохновение, прийти какие-то идеи. Вот. А когда такие идеи приходят, то обычно ночью, после 12, вы заметили, девочки, вы заметили, что вдохновение приходит ночью? Вот. Тогда нужно иметь в запасах, нужно иметь большие запасы, чтобы можно было сразу подобрать какой-то процесс. Давайте посмотрим ткани. Вот очень мне понравился цвет. Прям такой нежно-голубой, прям небесный, прям такой интересный цвет. Это у нас... что это у нас? Ох! Бритни, ага, Бритни. 28 каунт. 40 на 40. Такой вот отрез. 40 на 40. Симпатично. Я надеюсь, не сильно бликует у меня камера. Простите, этот... цвет. Так, здесь вот есть вот такая красивая иголочка, пин. Нужно будет срочно пристроить куда-то к моим бискорням. Кстати, вот я сейчас на нее посмотрела, у меня есть один дизайн заготовленный, который я хочу вышивать. Просто руки пока еще не дошли, но я уже подобрала схему. Там как раз про эту тему, про розы. И как раз вот в этой тональности. Розовые розы и зеленые такие листочки. Вот, поэтому иголка есть, нужно срочно вышивать ту мою бискорню, точнее не бискорню, там по типу зигугу в такой форме будет собираться подушечка. Вот, здесь разные, я так понимаю, отрезки ткани для поделок, поэтому все это тоже пригодится. Это пока сюда пристраивается, чтобы не потерять, пока Юля вышьет. Блокнот. Блокноты всегда тоже нужны. Так, и здесь вот уже такой вот пакет с основами. Вот эта основа мне сразу приглянулась. Нужно с ней что-то с ней сделать.
Очень она прикольная. Вот под лен, под сырой лен, под мешковину. И вот эта основа очень нравится. Темно-зеленая, такого болотного цвета. По-моему, это все Лугана. Вот такой я люблю. Гнилое яблоко, коралловый цвет. В общем, красивые цветные тканюшки. Всегда тоже они нужны в рукоделии. И вот такая основа. Посмотрите, какая она яркая. Какой шикарный цвет. Я, правда, не знаю, что можно вышить на этой основе. Ну, как говорится, всегда что-то придет. Какое-то вдохновение, какой-то дизайн. Пусть лежит 50 на 70. Линда 27 канта. Большой отрез. Как раз то, что нужно. Я люблю линду. Very, very nice. Как говорится, большое-большое спасибо. И вот такой еще отрез. Очень нежная равномерка. Так, не вижу здесь ярлычка. Давайте немножко откроем. Я ее на глаз попробую. Это какой-то лен с разводами. Так, что за лен? Очень мелкий каунт. Наверное, Ньюкасл. Наверное, Ньюкасл. Ой. Так, смотрим. Что это? Белфаст 32. Да, и цвет есть. Ну, все, супер. Прям вообще такая основа под любой дизайн. Универсально. Супер, супер, супер. Прям очень рада. Большое-большое спасибо. Я шуршу, вы уж извините, потому что это дело такое шуршащее. Вот, и это еще не все. Есть еще вот такой конверт. И в этом конверте я не сразу заметила. Ой, тут даже два, только сейчас заметила. Ну, потому что я вчера вечером только все разобрала в спокойной обстановке, потому что получила посылку рано утром, побежала на работу. На работе, понятно, работа. С работы пришел домашние дела. И вот я уже, разобравшись с домашними делами, спокойненько села и стала разбирать. И вот даже не сразу заметила, что даже здесь два таких листа. Давно хотела, все, я как бы мечтала, завидовала девочкам, которые играют вот в эти игры. У меня же нет возможности так просто их приобрести. Вот 50 зимних заданий, здесь 50 весенних заданий. Ну вот нужно начинать, наверное, уже к зиме готовиться. Здесь это была инструкция, прочитаю, как играть, и, наверное, начну игру, поиграю. А что? Нужно будет как-то разбавить свои рукодельные будни и, может быть, продвинуть мои процессы долгострои. Вообще, ну, не мои процессы, у меня их много, уже не долгострой, уже просто они накопились и вышиваются, как получается, да, уже все. Все равновесие потеряно, поэтому кому как повезет, у меня так уже ни программы, ни планов, ничего. Кому как повезет, повезло, вышился, повезло, начался. Но, тем не менее, вот такой магнитик, мы всегда будем беречь твое сердце, как тепло и заботливо, такие ангелочки. Супер, очень прикольно. Так, здесь у нас вот такой магнитик. Магнитик, очень такой симпатичный магнитик с ангелочками. А, я так понимаю, здесь моя буква, это Джулия, да? Вот такой магнитик. И здесь это маячок на никовдеватель. Вот такой вот симпатичный. Столько-столько всего. Вот, и наборчик Минхил здесь есть. Я прям вот его увидела, думаю, так, сразу нужно его вышить. Но так как я должна была сначала вам показать видео, поэтому я немножко себя сдержала. Но он у меня прям по расписанию стоит первый. Еще такие интересные дизайны есть у Мелхил. Супер. Супер. Птичка, веточка, то, что нужно. Так, и здесь еще схемки. Вот это тоже такое баловство. Баловство, такое роскошество. Ага, здесь уже даже с бисером. Вот как. Смотрите, какая красавица. Девушка. Платье у нее какое. Бисером будет все расшиваться. Потрясающие птички. Так, а что это у нас за дизайн? Что за дизайн? Я не знаю. Поэтому пока комментировать не буду. Когда начну вышивать, тогда я и, наверное, разберусь. Вот. Дальше идем.
вот такие схемки. Cottage Garden. Ну, вот такой производитель. Кто знает дизайны, сэмплеры, я думаю, те разбираются. Я не очень разбираюсь, сейчас вам скажу. Вот, поэтому показываю саму схему картинки. Очень симпатичные вот эти дизайны, я так посмотрела. И хорошо в прикладную вышивку. У меня же есть машинка, я еще раз напомню. И я смогу теперь сделать много разных интересных вещей. Разные сумки-шоперы, подушки. Надо посмотреть, какой размер, чтобы уже точно можно было думать, что из этого можно сделать. Так, 36-й каунт рекомендуется вышивать. И здесь 36-й. Ключ. Винчик здесь размер. Ну, нужно разбираться тоже, поэтому пока без комментариев. Еще вот такая, тоже мне очень понравилась. С голубем. Голубь это или сойка, что это? Голубь, скорее всего. Вот тоже очень симпатичная. Мне понравилась на доме вот такая огромная ваза. Такой прикол. Вот. Но все, что было хорошее, все поместили на эту схему. Прикольные схемки. Поэтому это тоже как бы у меня ждет. Буду думать, с чего начну, что да как. Ну и из приколов были еще вот такие носки по Климту. Поцелуй. Вот. Ну, прикольно. Вот. И также есть вот такая вышитая работа, икона Николая Чудотворца. Я ее вчера вытащила, прогладила. Вот. Единственное, что здесь есть недошитые крестики. Видно, ниток не хватило. Нужно будет... У меня есть 6. Я думаю, что я смогу подобрать и дошить пропуски. Вот. И, конечно же, нужно будет ее оформить, привести в порядок. Очень красивая тоже работа. Наверное, это Риолис был. Я так смотрю по основе. Вот. Но смотрится симпатично. Несмотря на то, что очень простая работа. Здесь видите такие цветовые участки. Очень простые, да, без особых переходов. Но, тем не менее, в целом смотрится достойно. Вот. Такие здесь у меня новости. Это то, что по подаркам. И есть у меня одна покупка, одна маленькая покупка. Я говорила, что я сейчас не покупаю, потому что столько всего, что нужно просто вышивать. Нужно вышивать, хватит покупать. Хотя вот не могу себе отказать хоть в какой-нибудь покупочке. Хоть в какой-нибудь маленькой, хоть по чуть-чуть покупочке. Вот, я купила себе наборчик от Tea Gouverneur. У меня от Tea есть всего один набор. Ну вот, как-то я смотрю, как девочки вышивают, как получается. Мне захотелось еще один купить. Хотелось бы еще больше купить, но купила пока один, потому что тоже они не дешевые. Благо, пока есть, можно найти. Вот. Есть у меня, конечно, несколько схем, но набор всегда приятнее, потому что здесь уже все собрано. Вот Tea Gouverneur, вот такой красивый букет в розовых оттенках. Есть точно такой же в голубых, но я захотела в розовых, потому что как бы, ну, для разнообразия. Вот он, кстати, представлен, вот уже в голубых оттенках. Мне нравится еще, конечно же, и вот этот. Я давно о нем мечтаю. У меня есть схема, но когда-нибудь я его найду и куплю. Вот это тоже шикарный букет гортензий и здесь, наверное, чайная роза, что-то такое. Очень красивый, конечно, букет. И вот картинка тоже классная. Вот. Ну, в общем, видите, здесь голубых, а у меня в розовых. Мне захотелось розовенький. Вот такой розовенький букетик. Вот такие у меня здесь новости, девочки, мальчики. Много добра пришло. Наконец-то вам все это показала. И теперь нужно будет все это разобрать. По хомяк должен все это утащить к себе в норку. Забыла еще показать. Вот Марины. Здесь у меня пришли тоже такие девчачьи, девочкины дополнения. Это такие салфетки-дорожки. И Марина мне... Ой,
так положим, потому что камера здесь, лампа. Марина мне связала салфетку, что меня очень-очень порадовало, потому что я давно смотрю на салфетки, хочется научиться вязать крючком, вот, но руки не доходят, поэтому это пока у меня остается как бы на будущее, пока свою машинку. Но вот у меня появилась салфетка большая, очень-очень классная, связана так достаточно профессионально. Такая она белая, нежненькая салфеточка. Мне очень она понравилась. Большое-большое спасибо. Я ее обязательно где-то у себя пристрою. Вот, я люблю такие рукодельные всякие вещи. Что бы кто ни говорил, там, да, там, может быть. Но я люблю такие салфетки, люблю такие всякие вещицы. Теплые, приятные, домашние, уютные, создающие определенную атмосферу. Вот, ну, такие у меня здесь новости. Видите, много всего у меня прибавилось. Теперь пойду заниматься, раскладывать все это по местам. А мы с вами увидимся в новых видео. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока!